Жизнь. Что делает ее запоминающейся? Мгновение счастья, остающиеся в памяти навсегда. Солнечные блики и первые капли дождя весной. Уютная атмосфера в окружении близких. Любовь, делающая нашу жизнь бескрайней и полной, насыщенной и яркой. Нет ничего дороже рук любимого человека, поддерживающих и согревающих в трудные минуты. И только одна единственная любовь, объединяющая нас. Любовь к родной земле. Любовь к родине. Кыргызстан. Земля, воспитавшая не одно поколение сыновей, которыми можно гордиться. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача — выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра — первый день твоей новой жизни.